В преддверии футбольного матча Армения-Турция предлагаю всем любителям футбола познакомиться с молодыми армянскими талантами из-за рубежа, которые могли бы усилить сборную Армении прямо сейчас или в ближайшем будущем. Первым в списке будет 20-летний мексиканский вундеркинд Брюс Эльмес Мари Сангочян. Брюс родился в Канкуне в семье армянских и ливанских переселенцев. Уже в 13 лет был зачислен в легендарную академию Пачуки, где за 6 лет он прошел через все ее молодежные команды. Не дождавшись дебюта за взрослую команду, Сангочян перешел в клуб чемпионата США Las Vegas Lights. Отыграв там сезон, он вернулся в Мексику, в один из сильнейших клубов Америку. Но пока еще только борется за попадание в основу клуба. В 2019 году в составе сборной Мексики до 17 лет он занял второе место на юношеском чемпионате мира в Бразилии, отметившись одним голом. Является фланговым атакующим полузащитником. Обладает хорошей скоростью и отличным дриблингом. Бьет с обеих ног. Пресса называет его мексиканским Месси за схожий футбольный стиль. Следующий в списке – это 20-летний Горман Вилян из Нанта. В отличие от Сангочяна, Мавилян родился в Армении, в Степанакерте, и имеет армянский паспорт. В 12 лет он был зачислен в Академию французского Нанта, где прошел все возрастные категории команды и дослужился до основного состава. В составе юношеской команды Нанта он становился чемпионом Франции до 17 лет. Сейчас футболист является лидером атак резервной команды Нанта и часто привлекается к тренировкам основной команды. Гор выступает на позиции под нападающим. У него отличное ведение поля, тонкие пасы и гениальное исполнение штрафных. Насколько известно, Федерация футбола Армении уже контактирует с Мавиляном для вызова в молодежную сборную. Масис Гулук – бельгийский футболист армянского происхождения. Является потомком армян, по известным причинам переехавших из Турции в Бельгию. Масис начал свою карьеру в одной из лучших футбольных академий Бельгии – Стандарте из Лежа, после чего перешел в молодежную команду Юпина. В этом сезоне 20-летний центральный полузащитник вернулся в родной Стандарт, где выступает за команду до 23 лет во второй по силе лиги Бельгии. Обладает хорошими физическими данными, хорош в единоборствах и игре на втором этаже. Масис уже имеет опыт выступления в юношеской сборной Армении и даже отличился голом в ворота сверстников из Украины. Эдуард Багринцев, выпускник Академии Московского ЦСКА, является одним из самых талантливых выпускников своего поколения. Отец Багринцева армянин, мама наполовину армянка. Он уже подал документы и получил армянское гражданство. Не желая сидеть на скамейке запасных ЦСКА, 20-летний Эдуард перешел в словацкую Дубницу, где является футболистом основы, и даже успел отметиться голом. Эдуард является фланговым атакующим полузащитником, обладает неплохой скоростью, техникой и поставленным ударом. Несколько слов стоит сказать и о 21-летнем нападающем из США Дароне Искандаряне. Его семья переехала из Ливана в США во время гражданской войны 1977 года. Дарон ребенком был принят в академию одного из самых титулованных клубов США – Лос-Анджелес Гэлакси. Вызывался в юношеские сборные США разных возрастов. Однако, когда получил приглашение от молодежной сборной Армении, тут же согласился принять вызов. Дарон, по его собственному признанию, фанатеет от Генриха Мхитаряна и мечтает когда-нибудь надеть майку основной сборной Армении. Как и Брюс Сангочян, Дарон решил попытать свои силы в американском Las Vegas Lights, но тоже через год сменил клуб. Сейчас он выступает за американский филиал Академии Барселоны, при этом ищет возможности для переезда в европейский чемпионат. Замыкает этот список, пожалуй, самый состоявшийся футболист из названных. Готовы прямо сейчас усилить состав основной сборной. 20-летний Николас Росси Маршалян. Это левый полузащитник одного из ведущих клубов Уругвая Пеньяроль. В 33 матчах за клуб он забил 3 гола. Обладает классной техникой, дриблингом, обостряющим пасом, отлично исполняет навес из флангов. Его родной брат, нападающий Диего Росси Маршалян, в свое время считался восходящей звездой южноамериканского футбола. Однако отказал Армении, предпочтя дождаться вызова в национальную команду Уругвая.
Пойдя на опережение, Федерация футбола Армении вызвала Николаса в сборную до 19 лет, еще когда тот не являлся основным футболистом Пенероля. Сейчас ходят слухи уже об интересе основной сборной Армении, но пока предметного предложения еще не было. Если вы знаете талантливых молодых футболистов армянского происхождения, не попавших в этот список, пишите их в комментариях ниже. А еще буду очень благодарен вашим лайкам и подпискам. Мне совсем немного подписчиков не хватает, чтобы подать заявку на монетизацию канала. Помогите мне с этим, а я и дальше буду вас радовать интересными видео.